В Ереване резко обострилась ситуация вокруг захваченного здания полка патрульно-постовой службы. Там прямо в эти минуты столкновение между демонстрантами и полицией, которые применяют светошумовые гранаты, сообщает Интерфакс. Днем там была перестрелка. Кто первым открыл огонь, неизвестно. Власть возлагает всю вину на мятежников. Среди них есть раненые. По меньшей мере 3 человека доставлены в больницу. О том, есть ли пострадавшие среди силовиков, не сообщается. Напомню, что нападение на казармы полка ППС произошло 17 июля. Были захвачены заложники, большую часть из которых позже освободили. Сейчас в руках вооруженной группы остаются 3 врача скорой помощи. Боевики требуют отставки президента и правительства, а также освобождения своего лидера. Он находится под арестом по обвинению в незаконном хранении оружия.